Возможно, мне повезло, потому что я работаю преимущественно с американскими компаниями, которые вовлечены в интернациональный бизнес, международную торговлю, и поэтому они мыслят немножко шире, чем обычные стереотипы. И поэтому их попытка выступать прямо и откровенно, она мне больше даже импонирует, потому что нацеленности на какой-то результат не хватает у настоящих европейцев, у типичных. Стараются в основном как-то заболтать этот процесс, обставить все нюансы, обговорить очень внимательно. А в то же время мне предпочтительно выслушать прямые предостережения, прямые сомнения в том или ином бизнесе. И вот эта вот целенаправленность, она позволяет быстро продвигаться в совместном бизнесе, выходить на какую-то совместную цель, на совместные результаты в достаточно короткие сроки.